Ефірі студія «Репортер», я Тетяна Блайда, вітаю вас. В одеському будинку дитини номер один забезпечують унікальним лікувальним харчуванням. Що таке парентеральне харчування? Кому його призначають і який ефект воно має? Про це все розпитаємо у гостя нашої студії. Сьогодні до нас прийшла Валентина Карташова, головний лікар будинку дитини номер один. Вітаю вас, Валентино, дякую, що прийшли до нас в студію. Отже, для тих, хто не знає, що таке парентеральне харчування, роз'ясніть нам цей важкий термін, я думаю, не кожен з ним зустрічається в повсякденному житті. Для кого він, для чого, який ефект воно має? Ну, я, наверное, скажу более точечно для нашей категории деток, паллиативных деток, потому что парентеральное питание – это очень большая категория. Широкий термин, так? Да, введение препаратов через системы, внутривенно, капельно и много-много всяких других аспектов предполагает парентеральное введение медикаментов. Я в данном случае хотела бы акцентировать внимание о том, что впервые в городе Одессе, в доме ребенка номер один, впервые в Украине, так как у нас создано отделение паллиативной помощи, произошло перевод детей с тяжелой патологией на лечебное питание. Это сбалансированное питание, которое предполагает необходимое по составу, белковому составу, жировому, углеводному, в зависимости от потребностей заболевания ребенка, в зависимости от возрастной категории, рассчитывается полностью питание. Чем же оно все-таки хорошо? Так, чем оно уникально? Чему его еще немає в Украине досі? Чому Одеса стала флагманом? Цікаво просто. Нет, ну, во-первых, оно есть на Украине, его используют точечно, кратковременно, ага, при каких-то патологиях, особенно после операционных, но для детей, паллиативных детей. Угу. Ну, извините, но у нас до сих пор на уровне Министерства здравоохранения Украины еще нету законодательной базы, которая бы говорила о паллиативной помощи детям и формировала бы, скажем, тему и ведение таких больных, питание таких детей. И вся нормативно-законодательная база для создания таких отделений. Валентина, я вас на хвилиночку буквально зупиню, тому що паліативні діти, ви говорите цей термін, я думаю, що теж треба його роз'яснити, що означає цей термін, бо теж, мабуть, не всі розуміють, про що мова. Угу. Паліативні діти – це діти з неізлічимими заболіваннями. Я не буду уточнять, хто іменно назвав таким образом, но настолько ярко психолог сказал, что паллиативный ребенок – это ребенок, который научился держать в ручках чашку с кипятком. Это дети, которые переживают очень болезненное состояние. Это дети, которые имеют неизлечимые заболевания, и задача паллиативной помощи – это абсолютно обезболить и улучшить жизнь ребенка, который переходит, к сожалению, в другой этап своей жизни. Так, зробити життя комфортним, якомога максимально комфортним. Абсолютно верно. І отже, харчування, повернемося все ж таки до нього. Так, в чому полягає та ота система набору білків, жирів, так, як ви казали, углеводів, вітамінів, як її підбирають, хто її підбирає? На сьогоднішній день существует несколько фірм, которые занимаются и выпускают парентеральное питание. Так. Это Нутриция, так. Это Nestlé, выпускает такое питание, и то питание, которое максимально удобно было нашим детям, потому что паллиативные дети – это тоже несколько категорий. Это дети с онкопатологией, это дети, которые имеют заболевания с врожденными пороками развития. В данном случае это наши детки, которые страдают патологией центральной нервной системы и имеют врожденные пороки развития. И вот для них больше всего подошло питание Би-Браун фирмы. Би-Браун, немцы, которые максимально сбалансировали для этих заболеваний это питание, где предусмотрено это гипоосмолярное питание с более низким содержанием белка. Вот, допустим, Нутриция и Nestlé, они выпускают смесь, в которой содержание белка доходит 7-6 грамм. Для деток с патологией центральной нервной системы, так как они обездвижены, это дети, которые с судорогами, эти дети, которые в коме, они двигательной активностью не страдают, и поэтому потери вот
всех ингредиентов у них более минимальное. Так вот, если сравнивать, допустим, нутрицию, Nestle, так как все равно, что как молоко и сметана. В данном случае данной категории деток подходит это питание B-Brown. Оно очень дорогостоящее, и поэтому вы спрашиваете, почему только впервые? Ну, потому что город себе позволил, и скажем так, нам удалось донести до депутатского корпуса, что-то до департамента, так, что это необходимо нашим детям. Для этого все очень банально. То есть нужно открывать свои двери, приглашать и чиновников, и депутатский корпус, и приглашать всех людей, которые хотят увидеть, хотят услышать, хотят помочь этой категории деток. И в таком случае вот и случилось это обоюдное решение. И сколько детей его отримали? У нас на сегодняшний день находится... На сегодняшний день у нас находится 16 детей. Так. Получают питание 12 малышей. Так. Потому что парентеральное в данном случае лечебное питание, оно все-таки назначается деткам с 3-4 лет. Так, как его воспринимают дети? Який эффект несет? Я хочу сказать, так, что нужно отдать должное. Я не хочу, ну вообще, наверное, некорректно устраивать рекламу данной фирмы, но в данном случае мы заказали то питание, которое предусматривает полный замкнутый цикл. Так, то есть вам его везут из Европы, так? За кордону его везут? Ну, конечно, так? Конечно. Полный цикл. Для этого существуют так называемые насосы, которые предусматривают режим питания ребенка. То есть мы на каждого ребенка рассчитываем капельное введение, которое обеспечивает безболезненное введение питания для ребенка. Не шприцом накачивать, не протертые каши, супы, протертую котлетку. Это все настолько банально. И ребенок, конечно же, не получает в данном объеме это питание. Мы перевели деток с октября месяца. Что мы получили в этой категории деток? Во-первых, уменьшилось судороги у этих детей. Раз. Во-вторых, динамика веса прекрасная. В-третьих, дети абсолютно безболезненно переносят введение этого же лечебного питания. Потому что это капельки, одно питание мы можем рассчитать на 2-3,5 часа, так как удобно ребенку. То есть каждый конкретный режим питания ребенка для каждого ребенка индивидуально. Вплоть до того, что данное питание предусматривает и заболевания. У кого-то, допустим, больше патология, связанная с сердечно-сосудистой системой, в таком случае там предусматривается такое питание. Всегда хорошо, когда идет индивидуально и точечное введение того или иного препарата для конкретного ребенка. Когда все вместе, извините, в одном котле, уже никто не учитывает ни вкусовые качества, ни качество самого питания и ни режим питания. Все расписывается. В данном случае для каждого ребенка все исходит индивидуально. Индивидуальный график. Валентина, вы сказали, что оно коштовно. Цікаво, сколько ж коштует таке харчування на одну дитину. Значит, у нас один ребенок в день обходится, такой паліативний ребенок, около 300 гривен. 300 гривень в день. Да. Так. Да. У мене ще є одне питання до вас. Центр паліативної підтримки, реабілітації дітей в домі, в будинку дитини відкрився в 2016 році. Які успіхи наразі за 3 роки роботи? Чого досягли? Що можете сказати? Ви знаєте, вопрос о реформуванні таких учреждений, як ми, вже так давно, що ми, як би, нам вже так давно надоело слушать, вот в очередной раз будет реформирование, как говорят, а дети не ждут. Эта категория детей появилась, девать ее некуда, потому что согласно законодательству мы можем содержать детей только до 5 лет. Так. Дальнейшее нахождение детей с такой патологией – это учреждения социальной защиты, так называемые школы-интернаты или дома для специализированных больных деток. К сожалению, данную категорию деток другие учреждения взять не могут, потому что это кислородозависимые дети, это дети многие в коме, это дети, которым нужно оказывать постоянно медицинскую помощь круглосуточно. И когда мы остались с этой проблемой, и детки
стало 6-7 лет многим, мы обратились опять же к депутатскому корпусу и как пилотный проект мы открыли и внесли изменения в свой устав. Мы создали отделение паллиативной помощи на 10 детей, увеличили возрастной контингент до 7 лет и также открыли центр ранней медико-социальной помощи. Что это такое? Когда мама с проблемным ребенком, когда она не может получать в связи с тем, что она работает. Не секрет, что дети, у которых есть ребенок с инвалидностью, это чаще всего половинчатое. То есть существует мама, папа, и так она остается один на один. Так угу. Вот мы дали возможность в данном случае и ребенку получать комплекс медико-социальных услуг. Мама поместить может своего малыша на временное содержание к нам, может получать курс этой реабилитационной медицинской помощи, которая включает в себя педагогическую, логопедическую, дефектологи работают с ним работают массажисты, с ним работают эрготерапевты, с ним работают неврологи. Каждый ребенок рассматривается отдельно, на медицинском совете разрабатывается программа его реабилитации на тот срок, максимально 2-4 недели. Если мама из-за заболевания ребенка предполагает нахождение ребенка у нас дольше, мы этот срок продлеваем. И мама тем самым даем маме возможность заниматься своими делами и, знаете, так называть, психологический отдых предоставить этой категории женщин. Так, женщин. Це теж дуже важливо. Скільком дітям ви допомагаєте? Скільком сім'ям, можна навіть так сказати? Вы знаете, я тут, к сожалению, не порадую вас, потому что если этот вопрос был принят в 2016 году, однако за последние годы снова увеличилось количество детей, оставшихся без опеки родителей, и ту группу деток, группу, которую мы освободили для оказание помощи вот такого медико-социальной так. реабилитации, эта группа снова была снова забита нашими брошенными детками. На сегодняшний день за этот период получила реабилитацию всего 10 детей. Так, але все хотя ж таки, хотя все эти услуги могли бы даны более большему количеству, но опять изменился наш социальные, скажем так, аспекты жизни нашего государства, и опять появились брошенные, отказные детки, и такая категория подкидышей опять у нас появилась. Так, паліативна допомога, Валентина, вона включає в себе духовну підтримку. Що таке духовна підтримка для дітей? Хто її проводить? Mm-hmm. Як вона проводиться? Mm-hmm. Со всеми детками, если их сопровождают родители, и нужно отдать должное, что все паллиативные детки, которые находятся у нас, у них есть родители, они деток посещают. Они поместили наших детей, своих детей к нам исключительно потому, что те услуги они не могут оказывать дома. Кислород, постоянные электроотсосы, постоянная реанимация. Эти функции дома оказывать невозможно. Тем не менее, они посещают. Конечно, паллиативная помощь включает один из аспектов – это помощь всей семье. И в данном случае, вот в проекте именно законодательной базы паллиативной помощи включены в штатное расписание, конечно же, и священники. Я вам хочу сказать, что я очень благодарна моим соседям-семинаристам, у меня напротив семинария, отцу-ректору архимандриту Серафиму, у меня работают семинаристы, они тесно работают с детками, и нужно отдать должное, что детки тоже их принимают, так, не только дорослые, детки тоже. В качестве няни даже работают, и опять же, психологи, у меня два дипломированных психолога, так. Которые, конечно же, работают и с родителями, помимо детей. Так. Валентина, нещодавно дому дитини, будинку дитини виповнилося 75 років. Як святкували? І от в таку дату, можливо, ви замислювалися над тим, що ще хотіли б зробити, які ще проблеми існують, чого ще не вистачає? 75 лет – это очень много. Хотела бы сказать, что Дом ребенка претерпел много всяких названий, но вот действительно в октябре месяце после освобождения Одессы было принято решение, Дом ребенка номер один стал называться Домом ребенка номер один.
Так случилось, что все сохранили все приказы, все движения детей. Очень интересные факты. Когда вы перебирали документы особисто, когда ты, так? Когда ты перебираешь эти желтые листочки, там много всякого такого интересного. От слез до положительных эмоций, опять же, до каких-то таких вот смешных нюансов. Вот, например, оказывается, в доме ребенка работали матери-кормилицы. Помимо того, что они кормили своего ребенка, они кормили детей наших оставленных, сирот, получали 12 рублей. И такой приказ... Так, это в який период было часом? Это были 44-й, 45-й, 46-й, где-то до 48-го года, вот как раз это поствоенное время, когда действительно нуждались. Мало того, приказ такой смешной, в связи с окончанием лактации у такой-то, такой-то гражданки уволить. Ага, да, вот такие профнепригодность, вот, за полупризнательность. Да, да, такой еще интересный приказ, что такую-то нянечку командировать в Березовку для привода коров. Кормили деток разведенным коровьим молоком. Еще такие аспекты. У меня сейчас детки такие сытые, красивые, упитанные, роскошные, одеваются. И когда ты смотришь приказ о том, старых одеял шить для групп, для ходунковой группы шить тапочки, а из старых полотенец шить лифы для грудничков. Тоже вот такие важкие часы были, да. Так. Нужно отдать должное, если говорить о социальном статусе, то в основном где-то 60% это были дети-сироты. Вот приказ из 178 малышей, которых привезли из Березовки, где они находились в оккупации, выжило только около 70. Тоже, опять же, интересные факты, когда 40% это были дети репрессированные. Родители, которые тоже... Валентина, і залишається декілька буквально секунд. Плани на майбутнє, те, що б ви ще хотіли зробити в будинку дитини, на що зараз немає можливості, які, до речі, можливості потрібні? Знаете, так, когда є желання, то я взагалі чоловік творчий. І я, наконец-то, хочу, і це хочуть дуже багато, щоб все-таки случилось, і поняття реформування соціальних учреждень пішло, прежде всего, на пользу дітей. Щоб дома ребенка вже вибрали свої путь, чтобы было как можно меньше брошенных детей и чтобы действительно заниматься больше семьей, чтобы количество брошенных детей зменшувалося, оставались все-таки детки в семьях, а не оказывались в социальных учреждениях. Що ж, я вам дуже дякую за те, що прийшли до нас в студію, за цікаву розмову. Нагадаю, Валентина Карташова була в гостях студії Репортера, і ми говорили про будинок дитини номер 1 та про унікальне лікування, харчування там. Мене звати Тетяна Блайда, побачимось, щасливо!